Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня будем выпекать вот такой тыквенный кекс. Кекс, я вас уверяю, будет очень вкусный, ингредиенты простейшие. Сейчас как раз сезон тыквы. Давайте мы ее будем активно использовать. Делали мы уже тыквенную кашу в горшочках, запекали в духовке. Теперь кекс сделаем. На канале есть еще оладьи, тыква с яблоками, очень вкусные, очень. Так что давайте готовить. Для приготовления кекса понадобится, главный ингредиент, 100 грамм тыквы на мелкой терке, или я блендером измельчила, 100 грамм тыквы, 3 яйца, 2 стакана муки, стакан сахара, чайная ложка разрыхлителя, такая сверху, щепотка соли, 100 миллилитров растительного масла, ванильный сахар. Все, будем делать тесто. Я миксером своим буду делать. Чем угодно взбивайте. Тут сверх особо не надо взбивать, как на бисквит. Яйца в чашу миксера. Делается быстро уже. Вот начали делать это все. Сразу духовку включайте. Пакетик ванильного сахара. Взбиваем. Взбила яйца. Пусть вас не смущает, что я таким большим миксером взбиваю. Чем угодно взбейте, это не обязательно там, я говорила, сверх взбивания. Взбили и все. Добавляем тыкву сюда. Растительное масло. Набор вы видите обыкновенный. Яйца, растительное масло, мука, тыква. Перемешиваем. Теперь в муку добавляем. Через сито я всегда просеиваю. Разрыхлитель. Также добавляю чайную ложку. У меня сухая цедра лимона, апельсина. Цедру лимона добавляйте, эссенцию какую, чтобы запах был. Это на ваш вкус. Перемешиваем. Подготовила я такую форму, смазала маслом. Форму берете, какая есть у вас. Все, вливаю тесто, видите, как на оладьи тесто. Форма наполнена тестом. Отправляю в горячую духовку, градусов 180-190, у кого как. Минут на 40. Будем посматривать. В общем, выпекаем до румяности, до сухой деревянной палочки. Кекс выпекался 40 минут. Вот сухая палочка. Все, пусть остывает. Вам хочу показать приспособление. Вот картон подложила, чтобы не подгорало. Духовка газовая, всякая бывает. Переверну на решеточку. Я вижу, перевернется хорошо. Все. Вытянулся хорошо. Кексик пышный, поднялся очень хорошо. И видно даже. Вот столько теста было, наверное, а то все поднялся. Смотрим на разрезе кекс. Пожалуйста, видите, яркий, с оранжевыми вкраплениями, или это тыква, или я сухую цедру лимона с апельсином добавляла. Тесто видно не сухое такое, влажненькое. Остается попробовать кекс. Ну, мягкусенький такой. Замечательное тесто, совсем не сухое. Тыква дала влажность. Такое оно, понимаете, приятно влажное тесто. Тыквы вкус не ощущается. Я добавила немного цедры сухой.
лимончиком так чуть-чуть отдает. Очень вкусно, рекомендую. Я делала в форме с отверстием. Если делаете в форме для торта, то можно его даже и разрезать, потому что бисквит настоящий. Или вареной сгущенкой промажете, или просто сгущенкой, или каким-нибудь джемом, и верх, и низ украсить, как угодно. Но и сам по себе очень замечательный кекс. Можно добавить в тесто изюма или еще чего-то, но рекомендую, очень вкусно. Продукты простейшие, как вы увидели. Приготовите легко, легко. Так что готовьте со мной. Спасибо, что смотрели это видео. Нравится видео, ставьте лайки. Заходите на мой канал, подписывайтесь. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.